Картофель, который устойчив ко всем видам бактерий. Теперь это возможно. В филиале Россельхозцентра Почувашии выращивают семенной безвирусный картофель. О том, как создают такой клубень, в нашем следующем сюжете. Вот уже более полугода здесь находится самая настоящая лаборатория. В абсолютно стерильных условиях готовят будущий семенной материал. Оздоровленные ростки картофеля закупают в Москве, а дальше уже занимаются его размножением. Вынимаем исходный материал при помощи пинцета. Это для себя интересно. И черенкуем при помощи ножниц на чашку Петриа. После разделения черенки помещают в питательную среду, которую специалисты готовят здесь же. Далее микрорастения отправляются в специальное помещение – фитотрон. При необходимой температуре, влажности и освещенности они растут около месяца. Еще 3 месяца пробирочный картофель растет в тепличных условиях, где его постоянно проверяют на наличие вирусов и заболеваний. Он наш, получается, материал более, как бы сказать, не подвержен болезням картофеля, который сейчас уже везде. И в грунте он есть, и весь картофель уже заражен. А наши, получается, мы получаем безвирусный, безболезненный картофель. У нас шанс заражения минимален. Уже, получается, товаропроизводителям не нужно так обрабатывать всякими гербицидами, пестицидами. По Волжье предприятий, которые производят семенной безвирусный картофель, не так уж и много. Чувашии такое одно. На данный момент на базе Россельхозцентра выращивается около 2000 растений для получения мини-клубней. К высадке в грунт они будут готовы к весне будущего года. Пока производят один сорт картофеля, но в скором времени будут реализовывать больше видов элитных семян. Конечно, несомненно, плюс – это урожай. Урожай при использовании этого материала, посадочного материала, повышается 2-3 раза. Это и сам по себе картофель, он здоровый, экологически чистый, но и большие урожаи этот всегда нужны сельхозпроизводителю. Это и деньги, и возможность покупать новую сельхозтехнику и развивать свое производство. В таких проектах специалисты видят будущее села. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.